Белорусы снова первые. Борьбу за медали в конкурсе «Снайперский рубеж» продолжат 8 сильнейших команд. Под Брестом стрелки определились с лидерами индивидуального и командного зачета. Белорусы по итогам 7 упражнений занимают первую строчку, на второй – россияне, на третьем месте – Казахстан. Решающим испытанием стала стрельба из неудобного положения. Уже в среду сборная ждет первое упражнение. Работа по движущимся и стационарным мишеням с ограничением по времени и количеству боеприпасов. Здесь сделан основной упор, целевая установка на слаженность именно данной снайперской пары. Здесь будет зависеть именно от взаимопонимания между двумя участниками этого маленького коллектива. То, как они находят общий язык, они должны понимать друг друга даже не с жеста, а с полуслова, с какой-то мысли. Вот именно это будет определять победу. В лидерах снова и белорусские танкисты. Накануне в индивидуальной гонке наша дружина снова заняла первое место, обойдя сборные Сирии и Таджикистана. В состязаниях сил спецопераций, механиков-водителей и соревнованиях воин-содружества наши представители также в тройках сильнейших команд.